Всем привет, и в этом видеоролике я назову 5 основных плюсов в пользу берет Standoff 2. Первый плюс. Во-первых, стоит подметить, что береты — это двойные пистолеты. Из-за этого они действительно в два раза лучше, в отличие от других пушек. Перейдем ко второму плюсу. Второй плюс. У берет красивые скины, которые мне нравятся больше, чем у других пистолетов. В общем, перейдем к третьему плюсу. Третий плюс. У берет очень долгая перезарядка, и это, несомненно, огромный плюс. Ведь пока они перезаряжаются, можно успеть подумать, зачем я делаю данный видеоролик. Ведь он не несет никакого смысла, а наоборот, забирает драгоценное время. Не будем думать о плохом и сразу перейдем к четвертому плюсу. Четвертый плюс. Береты стоят всего $400. В переводе на рубли по нынешнему курсу они оцениваются примерно в 32 696 рублей. Как вы уже все прекрасно поняли, я просто назвал свою годовую зарплату. Да. Перейдем к пятому плюсу. Пятый плюс! А пятый плюс не нуждается в представлениях. Пересмотрите предыдущие плюсы, и вы поймете, что плюсов у берет достаточно. Короче, с вами был Санс, и я надеюсь, мы наберем хотя бы 100 000 просмотров до завтрашнего дня. Всем спасибо за просмотр, пока.